И всем привет, ребят, с вами Хэдди. И Папарыч. И мы продолжаем играть в Dead Rising 2 of the Records. Ну что ж, пошли там спасать тогда. Это сифон, что ли, у меня? Не, это у тебя сливки сбитые. Ты что-то не это, не похож на праздничный тортик. Ладно, погнали, сейчас я бухну на дорожку. Пошли, пошли. Я высосал коктейль. Бакс, это не высосал тебя. Это да. Вот это вот. Так, вот ты бежишь, нам на выход пора вроде как, нет? Да, а у женщин, трех женщин в бассейне надо спасать. Подожди, трех женщин, вот дай я вещи соберу. Давай, давай, собирай свои вещи. Так, подожди, что у меня здесь вообще? Водочку выпьем, нормально. Так, забирай, да, у меня не лезет уже. Хавка. Странный меч. Почему странный? Это катана. Прикалываешься, что ли? Он назван катаной. Нет, то, что он назван катаной, не значит, что он катана. Он больше на это, на хапеш похож. Нет, хапеш вообще другим по-другому выглядит. Хорош. У него честное был... слово, вот он больше на хапеш похож, чем на катану, хотя я знаю, что хапеш выглядит по-другому. Ты будешь спорить с разработчиками этой игры, которые, в общем-то, сами были из Японии? Да. А, ну окей. Проблем какие? У меня нет авторитетов. Катана — режущее орудие, оружие. А с таким кривым лезвием идея резать, она... Ааа, мазафака! Она не очень прохладная. Чисто геометрически именно резанные раны в стиле работы катаны наносить им неудобно. Так, гоу. Так, а вот он бассейн, собственно. Мадамы. По-моему, они обдолбанные. По-моему, одни зомби. По-моему, нам наверх что-то надо идти. Ой, слушай, я зомбим по другой ноге. Прикольно так. Забавненько. Знаешь, прям как в этом. Ой, вот они стоят. Какие тёлочки тут, а? Как игра называлась? Dark... Чё-то там... Там был гном, амазонка и варвар. Помнишь, прохождение? Старая игра, там можно было рубить людей. Без нашего босса. Нам нужно найти босса какого-то. А, Кора, это вот это вот. Внезапно. Ты дура, что ли? Я сейчас тебя с ноги дам, блин. А чё она? Денег хочет. Да, дай ей денег. 10 тысяч, скотина. У тебя чё, мало, что ли? Ну и что, это не повод. Они шо, шлюхи, что ли? Похож на то. Ах вы, шлюхи! Шлюхи! Левел ап! Опять? Золотая кривлечина, слушай, круто. Ты заколебал. У тебя постоянно одни левелапы, ты уже... С какой здесь кап? Сколько здесь уровней? А хрен узнает. Ой, нет, смотри, отняли, отняли миллион. Все, я попутал. Слушай, у тебя там столько миллионов этих, что у тебя отнимай, не отнимай. Всего 24. Вот именно. Я просто скромно добавил 2 нуля к тому, что у меня было. Да, мы решили не заморачиваться со сбором этого миллиона, просто ломанули все. Мы ведь должны от игры получать удовольствие, а не хрень. Ну да, не бегание туда-сюда. Фармить мы будем в линейке. Ну в этой смысле, в аркейджи. Да. А тут мы будем просто фаниться. И передавать привет Андрею Майзеру. Как мы любим, да. Не, он просто так удивился, то, когда мы ему там все сказали.
в одной серии. Нет, ну я сильно извиняюсь, но вот у тебя сколько подписчиков? 600 штук почти, да? 605 уже. 605 уже, да? Из этих 605 человек твои видео комментируют сколько? 10? Ну, честно, если бы 10. А, ну, в общем, кроме Андрея кто-нибудь еще комментирует? Да. Ракун. Ракун, да, что ты сделал? Ты так муху это убил? Ну да. Ну, то есть, короче, процент людей, комментирующих, это даже не 10%. Поэтому, в общем, мы, как говорится, поощряем это. Это же правильно. Мне показывают еще в другую сторону идти. Я не в курсе. Потому что, как бы, ну, народа много, а какой-то фидбэк получают, ты, в общем-то, от там малого количества людей. От крайне малого количества людей. Поэтому, как бы... Сейчас мы их поведем через андеграунд. А это на задание, кстати, мы идем, я смотрю. Нет, это не на задание, это... Я поставил себе точку к этому идти. Let's go! По-моему, это банк. По-моему, я его открыл. По-моему, меня подвинули просто беспардонно. Чемодан, слушай-ка. Бабло. Дверь, каска. Чемоданчик. А это что? Парк, в парк Фортуны мы можем выйти здесь. Угу. Пойдем? Ты нас запер? Да, я открываю, закрываю. Не, слушай, тут где-то идти, должны быть ящики были быть. Что за ящики? А, где-то тут в каком-то из банков есть ящики, которые можно открывать ключами, которые мы подбираем. Угу. Давно пора. Все с нами? Блин, они мне не дают пройти. Бабы, понимаешь, тебе бабы проходу не дают. Ну. Мечта, не жизнь. Keep going. Бабло. Слышь? Hurry up. Stay close. Так. You go. Что ты делаешь? Да, я целеваю. Ух ты! Я теперь узнал, как ты это делаешь. Да. Сколько там серии прошло? Серии 10, да? Ну да, где-то так. Не, я просто не забиваю свою голову тем, чем не пользуюсь. Что ты сказал? Это абсолютно серьезный подход, то есть я реально, я по жизни не заморачиваюсь. Удар в кульбите, блин! Кульбите? Так я попробую. Воу! Ну-ка. Блин, сделай еще раз. Воу! Голову с плеч! Норма! Вообще! Да пошли уже, давай! Это супер удар, это мой любимый теперь удар. Бират какие-нибудь голову теряют. Спорим, сейчас мы нарвемся на лутеров. Какое зелененькое упало. Так, так, да, я бегу, я тут немножечко отвлекся. Keep moving. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. А-а-а, меня бежают, нехорошие лутеры. Люди. Или же это зомби? Что? Лутер, говорю, или же зомби? А нет, нет, это... А как тебя спасти, я не знаю, вот так вот. Пендель отвесил зомбаку, он нормально отреагировал. Адекватно. Баба, у меня водка, оказывается. Что говоришь? Я говорю, оказывается, с тобой водка есть. А, водка, это всегда хорошо. Извини. Вот ты опасный. Да хорош там свои моносалтуны делать. Я это... Супер футболист, короче, через себя в падении все дела. Ты ищешь здесь эротику? Тут я наесть, кстати. Эротика, здорово. 1600 я дал. И еще 700, норм. Блин, драма.
You need some pointers. То есть, пускай так стоит. А, мало эротики, конечно, мало. Чё там? Давай махнем с мечами. Скотина не хочет отдохнуть. На, ты бухни. Я свое оружие забирал у нее. Драма. Yeah, it's okay. Follow me. Ха. Ну чё, норм. Пойдем на крышу или как? Давай, сейчас пойдем на крышу по кейсу. Скорее всего. Thank you so, so much. Ангел-хранители? 25 уровень. По мне 23. Мне даже не написали, что у меня этот левел ап. А, ну да, тоже точно у меня уже был. Давай, как обычно, вначале засейвимся. А, посетим места не столь отдаленные. Сейва много не бывает, в общем-то. Это да. Кстати, сколько у нас там осталось до прибытия армии? Что-то порядка 12, по-моему. А мы должны, мы должны до этого момента что-то успеть сделать или как? Не. Все потихоньку идет так. То есть что изменится, когда приедет армия? Ну, видишь. Просто будет мяса больше на улице. Надо нет, переодеться. Я вижу пиксели. Нужно во что-то приличное переодеться, я считаю. Yeah, smooth. Какая у тебя модная шмотка. Not bad. Пойдем. Looking good. Такой, у меня кто более круто выглядит. Ой, нашел кнопку, как убирать вещи из рук. Молодец. У меня это на кнопочку 2, клавиатура рулит. А, так мне еще удобнее, у меня просто вверх. А мне просто надо нажать одну кнопочку на мыши. А. Ребят, давайте дружно попросим Наварча, чтобы он поиграл на клавиатуре. Нахрен надо. Чтобы он понял, как это удобно. Нет, я играю в консольные игры, я играю на джойстике. Они были придуманы для джойстика, и на джойстике вообще супер в них играть. Ну мы же играем сейчас не в консольные игры. Консольная игра. Dead Rising, консольная игра. А это же эксклюзив Xbox был. Killer. Был эксклюзив. И Dark Souls тоже консольная игра. Собственно, я думаю, ты в курсе. Да, ты, допустим, я в курсе, как бы. Ты понял, когда настраивал управление, что управление сделано под джойстик полностью. Не, я, кстати, в первой части, что такое? Обман. Платиновая аллея, другая из мужчины в костюме. Клоун орёт на зомби перед ареной. Ты платиновая. Класс, пойдем посмотрим. Пошли. Но мне что-то кажется, что там будет босс. Ну, хрен будет босса, будет босс. Будет больно боссу, да? Ну, либо боссу, либо нам. Пойдем посмотрим, кому. А вообще так, если где будут брюлики, можно покрафтиться. Ой! Блин, я кнопку перепутал. Ты живой там как-то? Вот яблочки есть. Да живой. Тут нельзя ничего одеть в детском отделе. Детские сапоги супергероя, так. Где тут одежда-то? Вот, пижама-комбинезон. Так. Что-нибудь еще? Чего, блин, больше? Это какая-то не клевая одежда. Сейчас хапку достану еще. Anybody home? Хрень какая-то. Ух ты, пирог, а я нашел пирог. Что такое? Что-то не очень долго живет этот меч. А ты знаешь, я заметил то, что такие оружия, которые именно не крафтанные, они живут мало. А, нет, меч этот крафтовый меч я имел в виду. Лайт сабер, во. Is
Так, а ботинки есть модные? Почему я как? Я что, пошли? Сейчас мне ботинки нужны, подожди. Возможно, панамка, кстати. Блин, опять ты в этом. Так, панамка, норм. Теперь мне нужны ботинки. Как я трубил ему почти что башню? Блин, где ботинки нормальные одеть? Мне так радует, что куда ты не ударишь зомби, именно то у него и отрубается. Ну, нормально. Так и должно быть. Блин, у меня ботинки не кошерные. Ну, панамку возьми. Да я взял. Я с тобой бегать уже не хочу. Пойдем. Не, пойдем найдем мне брюлики. Он по прямой брюлики. Подожди, оптика? В оптике есть очки, наверное. Летные очки, норм вообще. Да ну, это же вместо маски. Летные очки, не очень спортивные очки. Так, еще какие есть? Желтые очки. Так. Что-нибудь еще? Ты что, поменял маску на этот, на очки? Это... Да я это. Я няша. Няша, блин. Где там брюлики? В ту сторону. Куда там, собственно, стрелочку указывает. Мне нужно что-нибудь на каблуке сюда обязательно. О, пошли к тем двум боскам пройдемся, ты у них каблуки снимешь. Каким боском? Которых замочили недавно. А, это мне не дадут, я б снял. А, вон. Офигенно! Че офигенно? Так я применил к ним что-то страшное. А, ну суплекс свой. А ты его убил прямо вот, прежде чем он... убился моим суплексом этим. Ну это я не знаю, как это называется, это же не суплекс. Нет, суплекс это раз. Нет, суплекс это когда он вверх поднимает его. Нет, это уж пауэрбомб, по-моему. Нет, пауэрбомб там все на шею сажает как-то. Это я знаю, это был... Как это была коронка моего любимого Кевина Нэша. Somebody. Я всегда обожал, у него пауэрбомб был такой бешеный. Он просто, он высокий же, блин, под 2 метра. Все на шею сажал чела. Просто хренаково. Ой, боже, какая красота. Так, ну-ка. Устроили тут забастовку. Так, ты куда меня ведешь, человек? А я не знаю, я решил наверх пройти, хочу посмотреть, что-то есть. Нижний. А что это такое? А, камни драгоценные, те же самые. Ой, слушай, смотри, я тут нашел этот какого. Чуваков. Иди за брек скупи. А, сейчас он меня ест. Та-та-та. Подожди, а ты где? Ты направо. Зомби рэп. Камнемет, лазерный меч. Динострел, спокойно. А как, где он упал-то? А, подожди, а зомби тоже он упал? А ты купил ключ от машины? Подожди, а где? 1 миллион стоит. Вот, спокойно. Вот он зомби. Ключ от машины, слышь? Где он лежит? Вот. Это от Хаммера? Нет, это наша машина тут. От спортка, да, да, все, купил, а где он падает? Зачем он нам? Чтобы кататься. Она будет постоянно резаться или как? Ну. Так, я должен срочно немножко поиграть в Чингачгука, в Рэмбо точнее. Чё-то не густо здесь зомби, вон там вроде погуще. Седые чё волосы. За... Хрень собачья. Что там? О, да, слушай, прикольно выглядит. Я тебе волосы покрасил. Дорогая, мне идет эта краска волос? А где тут? А, седые волосы. Я Геральт. Все в порядке. А, ты тоже Геральт? Тогда я перекрашусь.
шампунь. Блин, бегают пацаны взрослые, короче, хернёй занимаются какой-то. Розовые волосы, ну да. Ладно, пошли все-таки вниз на обман, а потом мы как он будет на побег идти. Блин, хоть клоун орёт на этих куна зомби. Опасный он, опасный. Угу. Шатачка будет резаться каждый раз? Будет. Тихо. Есть проблема, нам нужно выйти из нее, да? Ну да. Let's go, pal. Наворачиваю за рулем, поэтому я могу выйти на улицу. Сожмите в руке этот шар, что? Что? Восьмой шар? Сейчас шар предсказаний? Угу. Иди сюда. Так, куда ты, где? Сейчас у меня еще одна стрела осталась. Так, что здесь такое? Да, ну, можно залезть? Можно залезть, да, можно было. Как? И пока что нельзя. Отстой. Shit happens. Не то слово. Ладно, реально, кстати, пошли этот, потому что наше время на кейсы обычно на одно дается. На самом деле надо было просто посмотреть, сколько там. Сколько этапов этого кейса, вот как. 3 штуки. О, жесть это. Такой стильный чувачок в маске с седыми волосами. Hello? Да ладно, я вообще, я гламурная чика. Что, что хавки много? Ой, слушай, тут зомби нету. Я боюсь, что это реально будет босс. Сейчас я выпью немножечко тогда. И там стоит какая-то такая машинка маленькая. Ага, а это не почтальонская машинка? Реально будет босс. Опа-на! Как он такой толстый ходит на таких маленьких штучках? Flavor would you like, young man? Because I've got more flavors back at the car. Сразу скажу, что он умеет и как он отмочить, я не знаю. Что что? Не знаю, говорю, как он отмочить. Сразу скажу. Бесполезно такой этот. Какой-то он странный. Он на фотографии был немного другой. Фрэнк Уэст. No, I've heard of you. Это замечательно. Maybe you've heard of my late brother. Used to work at the Willamette Mall. Это, наверное, из первой части. There were witnesses. Да, там тоже был какой-то кстати. Там был какой-то лютый босс, по-моему, опасный. Ну да, там был какой-то клоун. Что-то изменилось тебе после Walmart этого. Да. I'd hate to meet your sister. How about a little ice cream, Frank? О нет. А кто очкует, можно домой? Делай альтов 4. I will break you!
хватит дергаться, просто жри. Чё он тупит, блин, как лау. Меня заморозило. Это ничего. Нет, финалик, кстати, неплохо. Жесть, чувак, а? Да не жесть, это же как все нечестно сделано. Это такое искусственное увеличение сложности. Не, меня проехал. У меня сломался. Мороженка. Еще мороженка. Блин, его машину сесть нельзя. Я пробовал, да, я забыл сказать. А что в канистре с бензином надо приделывать? Мечи. С этим по-разному, что мы. Тут хавки-то еще нету, а то какой-то я грустный очень. О, я вижу мейнтейнс. А здесь что валяется? Ба, во, бухло, норм. Виски. Ты его вот завалил, что ли, уже? Хрен его знает. Man, that guy had a short fuse. Как это был короткий этот... Фитилек. Что-то мне это не нравится. Сейчас будет злобный карлик. Теперь он станет лютым, будет бросаться в ближний бой. Ну да, скорее всего. Или нет, или сейчас он ему даст в лоб просто с ноги нормально. А, слышь, он быстрый. Блин, пардон. Да ничего страшного. Проблема. Геометрически бьет он. Лови карлика. Блин, я хотел тебя спасать, блин. Ты убегаешь еще. Давай, ловлю карлика. Играешь, поймай карлика. Я почти вынес. Нормально, нормально. А ты скотина. Он сдох. Блин. Веселый босс, да. Хороший. Особенно под конец. Да. Азот жидкий. Ну да. Отлично. Как ты тебя обтягиваешь? Шорты. Да. Так. Разучен новый прием. Так, пошли теперь по-быстрому на этот. Ты видал, что здесь жопа? Че?
Эротика. Нет. Ладно, бегом, бегом, бегом. Пошли. Так, ты где? Ты слева. А, чё, куда мы бежим-то? На побег. А нам понадобится, тебе, наверное, оружие или как? Насколько я помню, если то место, где... Что я помню, то, по идее, нет. Не понадобится. Это хорошо, потому что у меня оружия нету. Ну, как нету. Почти. Кроме снегомета. Да ты крутой снеговик. Конечно. Хочешь, дам тебе лазерный меч? Нет. А ну ладно, раз даешь, там заберу. Да ешь, хранный бабай ты, блин. Так, что у тебя есть? Супергитара. Зонтик. Динамо мясо. О, кстати. А, медведь, господи, я думал, я купил. А что за шлем солдата за 2 миллиона? Я не знаю. Хрень собачья. На меня посмотри. Дерьмо какое-то. Не, медведю нужно это какой еще пулемет найти. Да, я думал. Может, что не зомбракс купить сразу? Купи. Че там, чтобы. Купи несколько зомбраксов, которые нам чувакам будет, если может быть, давать его тогда. Тем, кому нужно. Ой, люблю читы, не могу. А если народ не будет кричать, что читеры, читеры. Ой, да мы же, господи, это игра синглплеер, блин. В синглплеер можно играть как угодно. Это неприлично читить в этих, в играх, в которых ты с людьми играешь. Ну да. Это просто моя принципиальная позиция. Ладно, ты там где? На, понял. Все в порядке. Я был мочить клона на этом велосипедике. Я обожаю этот дел, не могу. Как же он меня шторит. Я считаю, необходимо на него поставить две циркулярочки по бокам. Да-да-да, две бензопилы, да. Это вот это было бы круто тогда. Ты за рулем. Здесь, это велосипеда. А как? А, вот слез, нормально. Голевой удар удерживайте, стоя над головой зомби. Над головой? Это ну что, да. Он упал? Я могу теперь зомби отпинуть ногой. Ни хрена себе тут. Так. Энемис падает. Вот этой хренью, которая у меня, очень легко их убивать. А что у тебя? А, молот или топоры. С прыжка просто ударяешь и все. Так, подожди, я автоматов возьму, сколько есть. Ти Джей нас ждет. Пусть ждет, подожди, сначала топоры. А, автоматы, в смысле, что там еще есть автоматы? Все, теперь я готов. У меня раз, два, три, четыре, пять автоматов. Это снегомет. Снегомет, там мало патронов осталось. Оу. Это зря. Да занят все, хоть хватило бы, что ли, я не знаю. Надо разрядить немножко обстановку. Она у нас такой напряженная. Ну да, мы же над зомби-апокалипсис. Это же серьезные люди. С кем она ездит в этом? Такая плюшечка хорошенькая, так я не могу, блин. Эй, воу! Careful with the money, fool! We don't got much left. Hey, look, boss! Not possible. Not gonna happen. We're taking off. Миниган. Now! You're not going anywhere! К минигану нужен еще человек, который умеет с ним стрелять. У них есть нигер. Да-да, нужно срочно цепануть, давай. Супермен! Короче, идея сейчас такая. Берем всякое говно тяжелое и кидаем винт вертолета. У меня есть 5 автоматов.
нажимаем на край, там что-то, видишь, он опускает его. Вертолет вниз, и кидаем ему какое-то тяжелое говно в этот, как его, винт. Нужно именно винт поломать. Вот так вот. Не-не-не, ты что-то с ним не делаешь. Ну, у меня руки заняты, так. Ой! Ни хрена себе, класс! Где он там, нажимаешь на кнопочку? А, и блин, по затылку дай. Все, нажал. Делать можно проще, смотри. Отходим, стоим, ждем. Ты где вообще? О, тяжелое говно. Не, подожди, подожди, сейчас там. Вот теперь... Ай, чем я хочу попал? Я понял, нужно пойти нажать на кнопочку сначала, да? Ай, а наварочек, а вот. Ты что, у меня жрать-то нечего, блин. Есть что поесть вообще? Ой! У меня же была полная жизнь! Тебя по затылку вмазали. И что? У меня полная жизнь! Это не было полной жизни. Правда, что ли? Да. Я думал, полная была. Ну ладно, нет, так нет, че. Делов-то. Ну видишь, как я их этой хренью мочу. Ну красавы, чё. Он этого явно не ожидал. Ладно. Так, стой. Хавку, на. Хавку, подожди. Сейчас как-то не работает. Это выкинуть, где хавка? Вот хавка. Это не хавка. Ой! Я тебя не заметил. Охренеть. Я думал, ты слева, я специально кинул вправо. Как обычно, блин. В общем, идея босса ты понял, да? Ну, да, в принципе, конечно. Хотя я так и не понял, почему нам просто не убить человека, который стреляет по нам из автомата? Потому что его нельзя убить, потому что он целен с боссом. Ну, да, я это имею в виду. То есть, я не люблю такие неправдоподобные вещи. Так. И отходи, 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 он что-то взлетает. Чтобы стрелять. Да ну тебя нафиг, я рядом стоял. Долетит, долетит, блин. Нет, это дело. Ну ты в упор стоял, ты молодец, правильно сделал. Такой упор стоял. Промазал. Залет сделает. Я бегу на кнопку. Ты до него не добежал. Ай! Ты что делаешь там, а? Бога просто. Мастер-победитель боссов от бога. Как это начал плевать? Я не знаю вообще. Там нормальный же был гамбургер. Не отошли от этого босса. Оу. Да блин. Недолет. Ну что, ходи оттуда давай. Недолет. Ты видишь, как я отходил? Нет. Это к лучшему. Это спасет твою психику. Перекатом, перекатом, перекатом. Мне что-то не очень помогает перекат. Ау, слушай, это было больно все-таки. Залетел, что ли? Ты просто залетел. По-моему, был по мне. Нормально, здесь запуска.
Отлично, у них столько осталось. Сейчас да, я победитель вертолета! Попробуй кинь эту хрень в меня. Я хотел специально около турели разбить, там, по-моему, хавка была. У меня один хит остался, блин. Убейте этого засранца, мне надоел уже. Такой Сэм Фишер. Попка обтянутая. Такая крепкая попка, да, такая прям. Заглядение. Да. Well, that was a hell of a show. Это я говорил про нее. А, да конечно. Guess ratings must have been down. Is he alive? He sure is. Don't worry. You'll get your interview. This bastard better not be heavy. Помню его прибить лучше. От греха. Ну. Он мне не симпатичен нифига. О, он у него очки стырил. What's he doing here? Isn't he the host of that show? TK paid some pathetic protester to start this whole thing. Ratings were down on his show. He needed the cash. Bastard. We've got enough to run with the story. Oh, really? Well, I'm still keeping an eye on your friend until the rescue, just to make sure. The story is going to be big, huge. It's award material. Машинка из Киндера. We ought to make sure he stays that way. Don't hit him too hard. Не, классный инерционный двигатель. Why? Capital punishment was made for a guy like this. Блин. We need this guy. Я сижу по столу катаю. Don't give the slime ball the easy way out. Бывает. Я же человек без предрассудков. Fine. We'll do it your way. I'll stand watch first. He's not going anywhere for a while. Такое подозрение, что седой купленный. Listen, I'll be back for the rescue. I'm gonna go see if I can find a high vantage point. Get some pictures of the rolling in. Ну так, если бы, то есть я бы подумал, что он купленный. И честно, тут один чувак приходит постоянно в каких-то шортах и в другой странной одежде. Ну, опять засунул в задницу меч. А он слишком нормальный для всей этой. А, смотри-ка. Чего? На что смотреть, скажи мне? Задание 6, у нас 6-1 все же было одно задание. Да. А дальше будет здоровенное 4. Но она начнется только в 9 утра. Да, ребята, и уже в следующей серии, в общем-то. Я пока сохранюсь, ты пока прощайся. Да, так что, ребят, с вами были Хэдди. И Наварыч. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей, комментируйте видео. И, естественно, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну а пока что, ребят, всем пока. До следующей серии и до следующего врыва. Удачи.